Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Заявление советского правительства! Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и другие. Дорогой, спеши.
охотник жить лет до 90. А война? Про все забудь и принять не вправе. Собирался в дальний путь, дам приказ отставить. Грянул год, пришел черед, нынче мы в ответе. За Россию, за народ и за все на свете. От Ивана до Фомы, мертвы или живые, все на свете это мы, тот народ, Россия. И поскольку это мы, то скажу вам, братцы, нам от этой кутерьмы некуда податься. Тут не скажешь «я, не я, ничего не знаю», не докажешь, что твоя нынче хата с краю. Не велик тебе расчет думать в одиночку, бомба дура попадет с дуру прямо в точку. На войне себя забудь, помни честь, однако. Рвись до дела грудь на грудь, драка – значит драка. И признать не примену, дам свою оценку. Тут не то, что в старину стенкою на стенку. Тут не то, что на кулак погляди, чей дюже. Я сказал бы даже так, тут гораздо хуже. Ну да что там судить, ясно все до точки. Надо, братцы, немца бить, не давать отсрочки. Раз война, про все забудь и пенять не вправе. Собирался в дальний путь, дан приказ отставить. Сколько жил, на том конец. От хлопот свободен. И тогда ты тот боец, что для боя годен. И пойдешь в любой огонь, выполнишь задачу. И глядишь, еще живой будешь сам в придачу. А застигнет смертный час, значит, номер вышел. В рифму что-нибудь про нас после нас напишут. Пусть приврут хоть во сто крат. Мы к тому готовы. Лишь бы дети, говорят, были бы здоровы.
Thank you.
Вторые сутки не стихает ветер, стремительный, как вспышки вечера, и этот день, что короток и светел, и делит мир на завтра и вчера, вчера. Оно запомнится дорогой, ведущей от окопов и свинца до вечно незабвенного порога, до помертвелой бледности лица и тонкого девического крика и горестной надломленности плеч. Война, она заставила привыкнуть минуты и мгновения беречь. А завтра день так трудно будет выпит по взглядам и по словам.
солнечным лучам, по каждому листу, что осень сыплет, по слову, о котором промолчал. О, эти отпускные двое суток! Отцов с детьми единственная связь! Уйдут солдаты, пряча боль под сухость, отцами никогда не назовясь! И не успев ни разу удивиться пронзительному сходству сыновей, умрут, прижав истерзанные лица не скошенной траве. Oh!
ждет, что в крайнем случае согласно нам играть. Играй на этот класс, играй, Дальяночка, сама. А то это черноглазая свела сама. Браво!
Друзья, товарищи!
Сегодня, 5 мая 1943 года, на Кубани, северо-восточнее Новороссийска, наши войска в результате ожесточенных боев прорвали оборону противника фронтом 25 километров и овладели железнодорожным узлом Крымская, превращенным фашистами в важнейший сильно укрепленный узел сопротивления. Слезы
Печалится тем, что она коротка, приемля, как сущая смерть. Еще все сомнения ему впереди. Когда в нем проснется Сократ, и память его не теснится в груди, неведомо горечь утрат. Еще я стою между сыном и злом, но время не движется вспять, и вот-вот попрет через нас напролом, а сын не умеет стрелять. Душа извелась материнской виной. Да как эту правду понять, что сын мой все дальше уже не со мной, его обучают стрелять. Уже ли это вечное, в муках рожать, в заботах лелеять и глядь? Пора свое чадо в поход провожать. Он рос, чтоб учиться стрелять. Не будет планета счастливой, пока одна разъединая мать молчит, словно колокол без языка, когда учат сына стрелять. Прислали
по весне. Фильм документальный о войне. Все пришли в кино и старый мал. Кто познал войну и кто не знал. Thank you.
навеки дуги в проводах, тускло звезды мерцают. Встать не могли,
И я понимаю, что в эти минуты могла партизанкам помочь лишь память о девушках, чьи парашюты совсем не раскрылись в ту ночь. Бессмысленной гибели нету на свете. Сквозь годы, сквозь тучи беды поныне подругам, что выжили, светят три тихо сгоревших звезды. Полегли когда-то,
1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась. Германия полностью разгромлена. Thank you.
Thank you.
Великим тем,
горелые пни. Этот день мы приближали, как могли. Yeah.
ветераны и друженики тыла! Сегодня вас поздравляем театр оперы и балета. Низкий вам поклон! До новых ярких встреч! С праздником Великой Победы!